А команду все-таки я хочу спросить. Вы можете уже назвать людей, которые войдут в вашу команду, войдут в состав исполкома под вашим руководством? Команда готова, но называть мы ее будем после инаугурации. Господин Бузаджи, который участвовал в выборах и снялся в вашу пользу, войдет в вашу команду или нет? Господин Бузаджи войдет в нашу команду. Господин... А вот вы знаете, вопрос, который не только меня, думаю, Ирина Федоровна, волновал, а очень многих. Почему Бузаджи Сергея Михайловича нет в составе исполнительного комитета? Вы ни об одной кандидатуре не говорили до утверждения исполнительного комитета, все оставляли это в загадке, интриговали нас, общество, имею в виду, и журналистов. А вот про Бузаджи вы очень уверенно говорили, что он будет, и мы его не увидели в списках. Почему? Это было решение Сергея Михайловича. Он не захотел работать с вами? Это было его решение, да. Нет, он не то, что не захотел со мной работать. Проблема не... Я не думаю, что мы бы, допустим, не сработались. Это было его решение. Он принял решение не входить в состав исполнительного комитета. Угу. Для того, чтобы отказаться от такого-то предложения, оно должно поступить. Но, к сожалению, не поступало. И поэтому отказа с моей стороны, во всяком случае, не было. Но, тем не менее, ничего страшного там нет. Ирина Влах сегодня является башканом. Она формирует исполком, она берет на себя ответственность. И, ну, коли она приняла такое решение, то я желаю всяческих успехов и успехов всему гагаузскому народу.